после него, ты не после него. Это у тебя еще многочасовые эти твои отложения. Ты давай, этот, вот туда иди в коридор, и там выпередись, или что ты хочешь сделать. Не надо здесь. Сергей Сергеевич, вы на штангу пойдете? Я сейчас тоже буду. Серый, пойдем на штангу? Да. Ярослав, сходи, прогазуй, что там надо сделать. Уже не надо. Уже все? Да. Пропало желание. А что ж ты тогда нам про пирожки рассказываешь? Ну, про пирожки все-таки хорош. Хорош, а говоришь не очень. Так, отходим сюда, чтобы Даньке не мешать. Видите? Тихо, 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 тихо. Аккуратно. Аккуратно отходи туда. Не балуй. Не балуй. Попробуй поприседать, немножко кровь погонять. Поподнимать, да. Что, парни, пятиминутка физухи? Силовухи, давайте. Ну не 5 минут, а поменьше. Готовы? Разошлись по турничкам, пожалуйста. Это моё. Ну что твое? Сейчас давайте, смотрите. Артём, Дамир, Ярослав, Данила. Давай, дайте туда сюда. Смотрите, какая задача, ребята. А, Ярослав, ложи мать. Я ему сейчас не нужны будут. Сейчас надо будет зависнуть. Вот именно сейчас надо будет делать зависание. Тихо. Вы можете где угодно зависнуть. Надо смотреть, что вы будете делать. Дамир, сейчас внимание. Повисайте. Ножку поднимайте. И поехали. Себастьян. Вот это ляпнул. Давайте, поехали. Не-не-не, коленочки прям надо поднять. Себастьян. Коленочки надо поднять. Советую, ну, хочется не поболтать. Себастьян, смотрите, какая штука. Советую разобрать по полотенцам взять. Так. Раз. Два. У тебя есть свое полотенце? Нет. Ну на тебе вот это вот. Ну, сейчас смотри, что. Нет, зачем домой? Здесь. Слезай. Полотенце слезай. Давай, давай. Я полотенце. Смотрите, что делаете. Нет, не качаться. Закинули полотенце. Зависли и делаем то действие, которое я показал. Сера, ты можешь здесь повиснуть? Или, например, ты здесь, а Данька там. Там где? Вот здесь. Смотрите, зависли на полотенчике. Проще. Зависли. Не заматывайте руки, надо именно держаться руками. Держаться. Поднялись и поехали. Ножки выше. А сколько раз? Много. Не изменится. Только не изменится. Ноги выше в колено. Ноги выше, Ярослав. Артем, ножки выше. Ножки выше. Вместе сделай ноги, Серега. Вместе ножки, да? Выше подняли. Давай, 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 давай. Еще раз делаем. Еще раз. Зависли. Конечно, пришли. Это Дамир старший пришел за сыном. Дамир старший.
Да, ножки подняли, внимательно смотрим еще раз. Подальше. Парни, внимательно смотрим. Нет, не так. Возьмись. Тебе ну нормально. Сюда, Яшку, отходи в сторону. Сюда, Яшку, иди. Переположи сюда, Яшку. Артем, терпим. Что делаем? Смотрите еще раз. Теперь, вы поднимали, не надо так делать. Не надо так делать, Ярослав. Посмотри, пожалуйста. Первое, почему полотенце? Во-первых, чтобы вам железки руки не ушатывать. Во-вторых, хват чуть другой. Мы когда сверху кладем, вот так, это одно. А здесь мы терпим. Здесь мы терпим, потому что руки постоянно соскальзывают. Укрепляется большой палец, полностью хват. Смотрите, что вы сделали, подняли ноги вот так и делали. То теперь вы делать будете вот так. Поехали. В ручках половинку сделали, в ручках половинку. Подтянулись, терпим. Ярославчик, делаем, делаем. Артем, терпи. Делаем, делаем, Ярослав. Не надо так делать. Надо делать, как я сказал. Ты неправильно делаешь. Делай, ну-ка сделай. Стоим. Ярослав, ну-ка сделай. Ну-ка давай. Сложи его вдвое. Так, терпи. Ну давай, ноги поднимай, коленки. Терпи. Следующее. Опять. На меня посмотри. Взяли. Тяжело, согласен. Куда одеваться? Еще две тренировки уже бицепс не будет привязать. Ну все, все, все. У нас по разнице своим бицепсом, конечно. Все, все, нет. Ну, двигай, да, как на дрожжах растет. Теперь смотрите. То мы делали согнутые колени. Теперь сейчас будут выпрямленные ноги. Надо будет сделать вот такое действие. Ножницы. Нормально, нормально, там можно делать. Ты можешь здесь же сделать. Можешь вот здесь сделать, например, один вот здесь, и сюда. Сложи вдвое. Один вот здесь. Полотенце берите с собой, чтобы у вас с собой были. Держи. Держи, с собой, чтобы были полотенца. Дамир, запомнил, иди сюда. Не первым. Дамир, еще раз, полотенце с собой. Обязательно толстое, большое. Носовой платок, меня слушайте? Носовой платок, чистые носки, полотенце. Ни у кого этого набора нету, кроме меня. Нету, это плохо, минус 7. У меня носки есть с собой. Носки чистые, с собой сменные, на всякий случай, чтобы был. Носовой платок, полотенце, чтобы было с собой. Полотенце, чем лучше, чем тоньше, тем лучше. Смотрите внимательно. Парни, Ярослав, Давид, Артем, Данил, Сергей, Сергей, смотрим. Опять, в половинку подтянулись, чтобы не шоркаться. Руки не наматывай, нет задачи не намотать руки. Задача хватом, хват тренировать. Не наматывай руки. Нет, нет, нет. Вот так взял. Конечно. Смотрите, подняли и поехали ножницы. Все делаем. Не надо лицом разбежать. Ты стань так, чтобы ты не мешал Артему. Развернись. Делаем, делаем, делаем. Ножницы, ножки попрямее, носочки тянем. Носочки тянем, да, тяжело. А куда деваться? Руки начинают болеть. Как? Руки начинают. Конечно, конечно, забиваются. Все? Сегодня, да, все, дальше продолжаем элементом. Угощайся, сегодня день учителя, поэтому подарок. Ну, у меня заодно день рождения сегодня, поэтому подарок. Я делаю ребятам подарок, как в принципе и всегда. Не только ребятам, и их родителям. Главное, здоровье. Все, да, благодарю. Здоровье в наше время не самое главное. Самое главное — мир во всем мире. Тебе кто разрешил брать? Не бери. Да мне мушка залетела. Занимай, занимай. Ты тоже турникам. Че ты просиживаешь, а, батя? Че просиживаешь? Конечно. Парни, пожалуйста, не отвлекайтесь. Дальше продолжаем по программе, по своей. Свояковский. Данька. Так, Ярослав, будь хорошим братишкой, разбери эту кучу и положи ровно. Пожалуйста, разбери кучку. Сейчас все будет. Да? Сейчас, секундочку.
За тобой приедут? Да. 20:53 сейчас на моих часах. Парни, делаем, пожалуйста, ребята. Че, Дамир старший, давай что-нибудь покажи. Да че могешь? Покажи, что могешь. И постелите маты ровненько, пожалуйста, постелите прям ровненько. Че, топорик, да, наверное? Дамир младший, батя топорик заточили, все сделали. Он вытягивает на 10 из 10. То есть раскачку возьмешь, матика, постели себе, да. Раскачку берешь и спокойненько выполняешь. Только, пожалуйста, аккуратнее. Лады? Сам сделает, конечно. Пятки к бедрам тяни, к внутренней части бедра. Руки опускай, пяточки тяни. Здесь замок, ты опускай руки, не переживай. Пятки надо тянуть к бедрам, да? Качай руками сюда. Тихо, что ты делаешь? Не, так не делай, пожалуйста, опасно у вас до головы воткнуться. Тебе больно? Все, терпи тогда. Здесь знаешь, какое есть хорошее упражнение? Вот для этого. Отдай, пожалуйста. Просто любое перекладина, там во дворик вышел на улицу, либо дома, если есть. Ярослав, хорош валяться, давай этот с братом лучше. Что? А я уже туда-сюда и все. Что говоришь? Да, ну туда сюда, смотрите, хорошее упражнение. То есть получается, просто вис, смотри, про что я говорю, бедра тянуть вот сюда, ой, вернее, пятки. Потому что так все, начинает раскрываться нога, можно упасть. Первое, просто висим. Просто висим. Второе, упражнение, подъем корпуса. Подъем корпуса, да? Третье. Не трогай. Бублик. Он хочет тарканирчик сделать. Бублик. То есть мы еще больше прокачиваем, видишь как? То есть еще больше. Дамир, младший, запоминай, потому что это надо все для разминки суставов. И четвертое. Это уже посерьезнее. То есть получается, я тренирую. Замок закрываю на одну ногу. Ничего, не трогай. Ярик, и тренирую замок на другую, но это уже из рукопашного боя, там как бы воротники, удушения разные. А как это делать? Что ты хотел сделать? Окидываю ножку сверху. Нет, да. Закрывай, да. И надо сейчас перетерпеть. Здорово. Че, Лёх, где братва вся? Ибрагим там удары тренирует. Молодец, уроки пусть делает, молодец. Поздравь учителей, сегодня день учителя. Поздравь с праздником всех. Всех поздравляю. Всех тоже, своих учителей и в школе учителей. Дамир старший, попробуй сделать. На маленьком турничке можешь попробовать. Где Сергей Сергеевич? Ярослав, не балуйся, пожалуйста, Ярослав. Аккуратно, Дань. Вот два брата. Всегда из двух братьев один будет хулиганить. Поздравил, молодчик. Все, учителей в школе поздравь, не забудь. Поздравил, молодец. Хорошо, сейчас Ибрагим приедет. А что, сейчас не надо приходить. Сейчас потому что мы потихоньку заканчиваем уже. Вы опоздали чуть-чуть. Ненавязчиво так. Ярослав, погнали. Вы собираетесь? Да, пора. Штангу отнесешь? Отнесу. Ярик, поможешь брату или ты сам? Я сам. Артем и Ярослав, возьмите, пожалуйста, блины. И поднесите все блины туда, к стене, к штанге. Но проходите через, мимо области выполнения элементов, проходите. Дамир старший, штаны не порви, смотри так, цепляться. Зачем все взял? Ну, по одному возьми, Серег, аккуратно, чтобы он не упал. Меньше баловства. Откручивать надо... От, а ну как он смотрит? Ну от себя.
Артем, вы опоздали, браток. Чего ты не пришел, когда я сказал? От себя, вот так ты откручиваешь. Смотри, вот так, от себя. А? Леха пришел, он убежал. Нет, его здесь нету. Он в коридоре где-то бегает. Алло. Ты все помог? Стоечки, Ярослав, убирай, пожалуйста, стоечки тоже туда. Так, там уже подъехали? Подъехали? Все, давай, конечно, одевайся. Не-не-не, сейчас Данил отнесет. Не-не-не, не надо. Артем, не надо, одевайся потихонечку. Сейчас, он отнесет, конечно. Сейчас прям еще пару секунд подожди. Ну, пока одеваешься, все, водичку все проверяйте. Так, Данька, аккуратно, приду. Стоп, ничего не делайте. На турниках ничего не делайте. Штанги. Тихо! Тихо! Блять. Нарушение техники безопасности. Ты че? Все, давай. Опасно, а? Ну, нарушил, снял винты и понес относить. И зная, что снял винты, начал один из другой. Так и люди разбиваются, так ломают себе ноги и руки. Слетает. Сейчас прям, Артем, погоди, так. Прям секунда. Прям секундочка. Водичку пока допей. Сейчас, секунду. Данил, больше так не делай. Либо доноси там, откручивай, либо если понимаешь, если справишься, понимаешь. Это очень опасно. Это не просто, это опасно жизненно, потому что можно ноги себе раздробить. Можно себе ноги. Ну, но, я имею в виду, да, ноги и рук. А еще, не дай бог, кто есть детворы оказался бы, это вообще грех такой брать. Шатать кого-нибудь. И... Я там молодец, да. Одевайся. Ярослав, жди брата. Я ушатал колонну. Кого ушатал? Колонну? А за что ты ее ушатал? Ушатал. Все, парни, с кем, надеюсь, до завтра, с кем до послезавтра, с кем до субботы. Будьте бдительны, защищайте родину, учитесь хорошо, любите, защищайте мам. Батьки, дядьки, деды сами себя защитят, спасут. Вам надо защищать мам, бабушек, сестер, теть. Ясно? Женщины всегда... Они морально сильнее, нервно сильнее, но физически они слабее. Поэтому надо защищать, помогать. Правильно же? Все, придете домой, пожалуйста, мам, расцелуйте, обнимите. Скажите им, что вы их любите, что они вас рожали, они нас всех рожали. Они наши первые учителя. Мамы, бабушки. Дай бог, если еще и прабабушки живы, у кого вообще хорошо. Ярослав, иди сюда. Прабабушка у меня жила. Все, давай пятюню. Все, благодарю, молодец. Данька. Ну, братан, прости, что наругался, молодец. Но это опасно. Ничего страшного. Представляешь, если вот он пошел бы? Нет, там просто дело, я хотел так боком пройти. Да, да, но ты наклонил, поэтому просто, пожалуйста, будьте здесь, не дай бог упасть на кого-то. Оно заживет-то все заживет, как говорится, до свадьбы. Как в глаза свалить потом, прикинь, родным. Я вот зачем переживаю. Сами-то, ребятня, то, что когда делают, или на хулиганит баллы еще жестче. Ну как нам потом в глаза мамам смотреть, бабушкам, батькам? Все, все, Артем, до свидания, всем привет. Надеюсь, либо до пятницы, либо до субботы, либо до завтра. Завтра помните, с 6 до 8 и с 8 до 9. Все, всего доброго. Артем, ты смс-ку отправил? Парни, сейчас, Дамир старший, Дамир младший. Смс-ку ты отправил, да, на телефон? Все, молодец. Дамир. Отправил. Сейчас, вот, пожалуйста, на этот номер. Отправьте либо с номера сына, либо со своего номера. Вот на этот номер телефона отправьте, что... Сергей Геннадьевич, это я. Имя, фамилия и отчество. Вот этот номер телефона, потому что я сейчас в ближайшее время, наверное, полгода или год буду находиться. Надо, чтобы мы отправляли помимо диалога в Виберах, там или еще где-то есть эти диалоги. До да. Свидания. Да, до свидания. Всего доброго. На Вайбер. Ну или Вайбер, да, чтобы еще вам отправляли информацию по всем соревнованиям, по всем. То есть, например, Сергей Геннадьевич, это я. И там, ну, фамилия, имя, отчество. Даня, отправишь? Наверное, мне просто давай неинтересно. Про все. Это надо, чтобы мы знали. Например, представляешь, приходим на занятие, а тут какой-нибудь покраска или окна меняют. Так в Вайбере же пишут. Да, но не все контрольные, я не получаю отзыва оттуда.
То есть Денис Владимирович или кто там находится, они мне не, они не могут сказать точно, кто получает информацию. А здесь я буду точно знать. По номерам раскидал, ты потом, например, тебе неинтересно, ему сообщил, бате сообщил, он его взял, отвез на соревнования. Дамир, запомнил? Понял, да? Как, это не значит, что тебе надо на телефоне торчать. Нет, это надо, чтобы кто-то, чей номер будет, чтобы кто-то всегда курсовал. Все, всего доброго, давай пятюню. Если будет покраска... Да, благодарю еще раз. Будет покраска, то будем в другом... Шнурки. Нет, надо будет просто подождать денек, когда покраска пройдет. И еще пока вонять закончит. Почему? Сейчас зимой они... Ну, ты что, у нас всегда в стране происходит зимой... красить, в дождь дороги делать, то есть чего бы нет. Здесь еще пока сейчас окна как начнут менять, мы еще повеселимся, порадуемся. Так, что, Сергей Сергеевич, собираемся? Да. Да ну это здесь за один, за два дня сделают. Все, парни, простите, что приходится голос повышать, но пожалуйста, не балуйтесь. Иногда не слышат, просто не слышат, представляешь, приходится... Все, да, всего доброго. Дома то же самое. Вообще, ну, детвора играют, балуются, как бы, может быть, это и нормально, да, но они многие друг другу опасность создают. Потому что делают, крутят, а все круто каждый делает по-своему. Но они тяжело в команде, прикинь, находить общий язык. А здесь так или иначе, здесь приходится команду понятно. Создавать. И ты не подумай, не значит, команда соревнований, кого доставим, мы вообще ничего не заставляем никого. Только заставляем технику безопасности выполнять. Но здесь сам факт слаженности. Угостись пирожком. Угостись. И учителей, если есть возможность, поздравь сегодня, позвони, поздравь. Поздравляю. Может быть, кто-то уже поздравлял, да? Может, кто-то там еще, надеюсь, живые остались и там. Самые первые учителя наши родители, самые наши учителя. Ну и мы сами тоже учительствуем. Все, отправил смс? Да, отправил. Все, хорошо. Все, счастливо. Все, да, всего доброго. Так, у него смена получается по учебе, да, не получается? Получается, по учебе не получается. В пятницу, а в субботу будешь? В субботу поспал. Да, скорее 4 всего. Часа не пропускай, классная тренировка. Прошлую субботу не попали, потому что на велопрогулке были. Ну, замечательно. Хорошо прогулялись? А? Хорошо прогулялись? Часов 6. Вообще класс. Куда ездили? На мостотряс. Тинзинь? Ну, вообще замечательно. У меня тоже сегодня батя говорит, что-то на велике не катался, надо это. Я говорю, ну вот сейчас как раз погода, уже осень сейчас, как дождей, чтобы не подсохнет все. Красивая погода, вот эти листики всякие там красочные, все. Мотались в хлам, поэтому уже сил не было. Ничего, ничего. Ну все, счастливо. По учебе все хорошо у него? Нормально. Все хорошо? Да. Все, контролируй. Если учеба не порядок, лучше в зал не этот. Лучше тренировку отложить. Нет. Учится нормально, но медленно уроки делает. Ну, вдумчиво, может быть. Или о чем-то витает в облаках. Да, витает? Ну, справится, все хорошо будет. Все, всего доброго. Счастливо. Да, до свидания. До свидания. В облаках это детвора любит повитать. Что, серый тоже, да, быстренько сейчас? Да. Трык-прык. Вылетаем. Ярослав Передун, да? Я подумал, может, Артемка сначала. Кто-то мог изменить. Прям жестко было. Это просто какой-то гибридон был. Блядь, вот так. Если Ярослав не очень опаздывался, значит, ну, вот он. Ну, блин, ну это не дело, конечно. Это не дело, это пиздец, блядь. Когда ты пердешь. Самое главное, все понимают они, да? Но не хотят исправляться. Все понимают. Так. Стоп. Бери. Здесь скотч? Здравствуйте. Все, братан, закрываемся. Уже время. А ты что, ну давай, ну ладно, все. Мамке привет передавай. Блин, так вот говорит. А что? Сначала блин. Нам же тоже надо быстрее добраться. Так, Светик звонил. Сер, у тебя в субботу какое расписание? Выходной?
Сегодня у нас что, среда? Среда. Четверг день, пятница ночь. Суббота выходной. У вас, да, Света звонила, говорит, тренировку хочу, приеду. Все, 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 этот, поздравь учителей, батю, мамку поздравь. Сегодня день учителя, ладно? С праздником. А здесь все? Сегодня день учителя. Не, а это все. Это все, мы собираемся, уже время 9 часов, позднее. Парни, завтра приходите пораньше. А у нас завтра нет тренировки. Как же нет? Завтра же есть тренировка. У нас в пятницу. А, тогда в пятницу пораньше приходите. Света говорит, все, я говорю, в баню, может быть, она такая, да, подавай там баню, всякое такое, сейчас надо позвонить. Я считаю, просто мы сразу сквозанем, да, после тренировки. А в воскресенье у тебя день. Воскресенье у меня день. Блин, в воскресенье день не загруженный же будет. Я не знаю. Все. Ну что, план, что нам баню часа на 4. Так, Серик, а валики лежат в этом? Валики я сложу вниз. Все, молодец. Да, Даник сегодня, он аж сам труханул, блядь, с этими блинами. Ну а чё ж так? Да? Это значит, это как смотрят люди, угорают над этими, над нелепыми штангистами. Когда сначала с одного края блин улетает, а потом с другого. Вот точно так же у него произошло. Просто был бы кто-то там, кроме тебя, какой-нибудь нерасторопный, или медленный, или ноги чьи-то, это было бы очень неприятно. Крайне, я бы сказал, неприятно. Вся тренировка прошла, да, тут блинами, блядь, ногу себе раздробить. Она ломается прям, уф! Серый, ты зря закрыл, а торопишься, лишние движения совершаешь. Почему? Смотри на стол. Ну смотри на стол. Ладно, одевайся давай. Одевайся, одевайся. Все, молодец, но опять лишние движения совершаешь. Или делаешь, проверил? Это как с этим я сегодня сказал, да? Что ложишь? Проверил, доложил, сказал, посмотрел еще раз, положил, убрал. Обычно же ты же проверяешь, а это хуяк что-то, да, ты не проверил, решил так запоздать. Ставим здесь пока. Допьют. Так. Что, осталось нам для телефона чехол надыбать, подставку? Ну ладно, хуй с ней спаса. Хотя и подставку бы хотелось бы придумать. То есть ладно, склеим. Вот чехол надо подумать. А этот чехол что? Этот без крышки. Надо чехол такой, чтобы закрывался экран, потому что любой ключи положил, пизда этому экрану будет. Хоть они там и говорят, что там защита, но это все. Нет, защита. Ерунда, да. Там какая-то пленка наклеена, но она, это, блядь, на чем эта пленка. Я просто знаю, как могут быть, как ключи царапают просто, или как песочек, сахарочек какой-нибудь, блядь. Какая штукенция. Ну, если царапают, то потом, сука, как серпом по яйцам, блядь. Так грустно становится. Тем более вещь не лично моя, а хуйная. Блядь, отмечать придется.
по всей строгости советской власти. Панул. Все проверить надо, а то сам всегда выебываюсь больше всех и туплю больше всех. Но мне можно, я калека, понимаешь? Мне можно тупить. Я знаю, что знаешь, поэтому лучше. Поэтому, да, ну нет, все это нельзя, мне пердить, например, не желательно. Ну, никому не желательно. Родину предавать нельзя, вообще предавать нельзя. Кому-то можно, а мне нельзя. Все в порядок, все хорошо, да, зоркий глаз, все путем, тихо. Ты как титан решил это? А, это сегодня Ярослав говорит, я колонну поломал, вот он про что был. Колонну сдвинул он, да, там? Что, когда мы сделаем так, что они баловаться все перестанут, а, Сергей? Хороший вопрос. Чтобы можно было тренировать. Потихонечку мы хотя бы к этому уже продвигаемся. Два года. Они уже меньше балуются, чем раньше. Ну да, не так уже все это гадство происходит, не нужно. Просто хочется, хоть чтобы одно занятие прошло. Всем, не только, например, только взрослые там, а чтобы все адекватно. И четко. Так. Раз. Это допиваем. Вода стоит, ждет нас. Допиваем, одеваем. Что, может, то, что в тарелке осталось, может, Татьяна Ивановна угостит? В пакете нужно что? Да, два кусочка мы сейчас сделаем вот так. Вот как раз и такой, и такой. Угу. Угощение мы сделаем. Скажем, знаем, что вот так куда. Си. К. Все правильно, молодец. Просто иногда люди кому-то угощаешь, ну, отрезанное, да, могут брезгливо отнестись, сказать да, и потом выкинуть. Вот. Ну, лучше бы, надеюсь, не выкидывались, вдруг не понравится собак скормить. Теперь куда спускаться? И там при ней отрезать, говорят, что ну, после тренировки там... Нет, просто есть. Так иногда бывает. Я, конечно, не говорю, что это именно она так сделает, просто так бывает. Я надеюсь все-таки, что если вдруг кто-то захочет так сделать, то хотя бы не выкинуть, а собачкам там или кошечкам покормить. Что-то полезное. Так, Серый, сейчас. Все. А вот эту ручку, стержень, какой сюда вставляться? Простой? Не знаешь ты? Я вообще без понятия. Я говорю, я даже не распаковывал. Не, может быть, там как в описании было написано или что-нибудь. Ну, какой-то стержень по-любому должен вставляться. Анатолий. Подержи. Анатолий. Упаковал с любовью. Братан, делаем отзыв. Ручка, наверное, стилус хорошая. В общем, это будем пробовать. С днем учителя, Сергей Сергеевич. Поздравляю от имени всех учителей. Взаимно. Анатолий. С любовью.